Какая заточка кухонных ножей лучше? Линзовидная заточка кухонных ножей или V-образная стандартная заточка кухонных ножей? Всем мира, добра и любви! Сегодня мы будем делать тест двух абсолютно разных заточек. И делаю этот тест по просьбе зрителей моего канала. Вот на этом ноже этот нож от компании VAG, от производителя VAG. Здесь у нас сердечник из китайской VEGA-10 и накладки из дамасской стали. Это по данным от производителя. И здесь у нас на этом шеф-ноже обычная V-образная заточка с углом в 17,5 градуса на сторону. Есть заточка вот эта на моем канале этого ножа. Посмотрите одно из предыдущих видео. И здесь у нас общий угол заточки в 35 градусов. На этом ноже Santoku у нас линзовидная заточка, есть также видео с заточкой этого ножа на моем канале. Кому интересно, посмотрите. Здесь у нас заход на линзу в 17,5 градусов, выход из линзы 10,5 градусов. То есть вот такая получилась линза. Разница в том, что здесь есть плечи, которые формируются вот самой заточкой в 17,5 градусов. А здесь у нас вот такие, как бы, вот такая заточка, поэтому плечи у нас получается уже формируется углом в 10,5 градуса, поскольку это выход из линзы. Я думаю, это понятно. Просто посмотрите, чем отличается линза от обычной V-образной заточки, если вам это интересно. V-образная вот такая, линзовидная вот такая идет заточка. И вот считается, что линзовидная заточка, она имеет повышенную стойкость. Но эта стойкость, как мне кажется, скорее к изломам, деформациям и так далее. То есть, если вы работаете там с костями, возможно, вы будете ощущать разницу. Но вот что касается режущих свойств, то есть, какой нож будет более острым, какой нож будет более стойким к затуплению режущей кромки, то есть, какой нож будет сохранять вот эту заточку дольше, мы сейчас узнаем благодаря вот этому тесту. Мы протестируем оба ножа, вот эти, нашим тестом, на котором я тестирую все ножи, которые я заказываю на сайте AliExpress, и мы ищем лучший из лучших кухонных ножей в разных ценовых категориях. И здесь ножи как бы не из дешевых, но, как видите, они очень красивые. Есть уже тест вот этого шеф-ножа с 30 градусами, кому интересно, кто пожелает сравнить, например, 30 градусов с линзой и результаты. Но здесь будет у нас 35 градусов. И тестировать мы будем оба этих ножа вот в этом видео. И в конце этого видео уже сделаем выводы, какая же заточка лучше. Поехали!
Так, закончил я эксперимент. И что я могу сказать? Какой вывод я для себя сделал? Во-первых, если говорить о остроте, вот там линзовидные заточки и обычные V-образные заточки, они оба показали абсолютно одинаковый результат. То есть, казалось бы, вот этот нож, линзовидная заточка, он режет лучше. Я вот это делаю сидя, возможно, кто-то подумает, что это только я так подумал, это только какие-то ощущения мои и так далее. Но это все реально, он режет интереснее. Это очень ярко ощущается, то есть это не предположение, там, ну, возможно, он режет лучше, а этот хуже, нет. Он реально режет интереснее, то есть резать вот эту бумагу, сидя это делает, интереснее, удобнее и как-то быстрее, как-то он лучше врезается, вот этот. И это не просто там какие-то предположения, это так оно ощущается в реальности для меня. Этот нож в какой-то момент, там, на третьем срезе, я уже вообще думал, что бросать, поскольку так тяжело резать, я думал, что он и просто ее заминает, вот эту бумагу, но не режет вот этот нож, а этот продолжал резать. Но по остроте, вот тест на остроте, они показали абсолютно одинаковые результаты. Этот нож просто выдержал немного дольше, то есть он, возможно, немного выносливее. Вот эта заточка немного как бы держалась дольше, поскольку там в какой-то момент он резал немного больше. Но это настолько мало, учитывая то, что насколько сложная вот эта, вот эта линзовидная заточка, что я вот для себя сделал вывод следующий, что не стоит точить кухонные ножи исключительно для того, чтобы там продлить как-то там срок службы вот этой заточки, или чтобы нож удерживал вот эту рабочую остроту дольше. Ну, не стоит этого. Не стоит. Мне кажется, что нет. Если вы там считаете, что V-образная заточка даст вам больше стойкости режущей кромки там к изломам, к деформациям, это возможно. Но этого проверять я сейчас не буду, и у меня нет такой возможности. И я не знаю, как это проверить, поскольку с дуру можно все что угодно и сломать, и помять, и так далее. Поэтому, если вы там работаете с костями этими ножами, ну, я бы не рекомендовал этого делать. Есть соответствующие ножи для этого. А эти ножи для того, чтобы резать. И вот как раз этот тест мы и сделали. И этот тест показывает, что не стоит. Вот лично мое мнение такое. Если у вас другое мнение, пишите в комментариях, будет интересно почитать. Но мне кажется, не стоит затачивать кухонные ножи линзовидной заточкой, поскольку преимущество, если и есть, оно несущественное. Единственное преимущество, которое я сейчас увидел, это комфорт в резе. То есть удобнее резать было вот этим ножом. И это не ощущение, повторяюсь, это реально было удобнее. Такое впечатление, что он должен был показать лучший результат в резе. Но нет, они показали практически одинаковый результат. То есть по остроте. Единственное, что врезается он лучше и интереснее было резать. Вот все, в принципе. Стойкость отличается незначительно. Острота практически та же. Ну вот рез комфортнее в линзовидной заточке. Такой мой вывод в результате вот этого эксперимента. Кто что думает? Возможно, кто-то что-то увидел, что можно там попробовать поменять в тесте или еще что-то. Возможно, кто-то считает, что это несправедливый тест относительно вот этих как бы углов заточки. Я считаю, что как раз вот 35 и 35 это то, с чем надо сравнивать линзу. То есть 35 вход на линзу, 10,5 выход с 35 V-образной. Кто-то там считал, что 30 надо сравнивать с этой линзой. Есть у меня и результаты тестирования вот этого ножа с V-образной заточкой в 30 градусов, то есть по 15 на сторону. Кому интересно, сравните, будет у вас и такой вариант сравнения. Ну а я сейчас сравниваю вот эти два ножа с вот этими заточками, поэтому вот такой вывод. На этом все, надеюсь, видео было интересно. Если да, поддержите меня палец вверх. В дальнейшем вы будете видеть еще заточки у меня на канале, других ножей китайских, и также тесты будем искать лучший из лучших ножей. А также будут другие эксперименты, тех, что касаются именно заточки. И вот следующий эксперимент, мне кажется, будет намного интереснее, и там будут намного интереснее информация будет, которую надо будет проанализировать и решить, а как же мне в дальнейшем затачивать ножи. Что касается вот разновидностей заточки, это очень сложная заточка, как для такого результата линзовидная. Это намного проще и показывает такой же результат.
практически. Все, всем спасибо за просмотр, мира, добра и любви.